Спонсор показа – сайт для рыбалки и туризма happyfisher.com.ua. Озвучено на правах рекламы. Но это не точно. Меня не интересует реклама. Откуда у вас мой номер? Да вы мне вообще из Украины звоните. Я не буду платить за сим-карту. У вас плохая клета. Мне не нужно 100 джига интернета. Мизе? Да я плачу на 10 шекелей. Я подумаю. Я оформлю шекелей. Мизе? Откуда 10 шекелей? Меня не интересует реклама. У вас плохая клета. Мизе? 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 Нет. Ну как же вы не понимаете, что мы лучше? Молодой человек, идите в ш**. Это что? Да. Да, это был сон. Сколько время сейчас? Да, сейчас 8 утра. Это был сон, и мне надо на работу идти, да. Господи, приснится ж такое. Один раз вообще приснилось, что я половину Израиля оформил. Это, в принципе, не важно. Всем привет. Кто еще не знает, меня зовут Дима. Мне уже 18 лет. И я учусь в автотранспортном колледже на логиста. Также я занимаюсь блогерством и сейчас пишу блог о своем рабочем дне. Утром я просыпаюсь и встаю. У меня это редко получается сделать так быстро, как я это сделал сегодня. Потом я одеваюсь. Иду завтракать, кормлю своих котов. Скажите же, они правда милые, да? После этого я иду умываться, собираю рюкзак себе на целый день. Потом я иду обуваюсь. Не всегда, конечно, как сейчас, но сегодня же особенный день, да? После этого я выхожу и уже еду на работу. А работаю я оператором контакт-центра Компана уже чуть более полугода. Мне очень нравится наш проект и в целом люди, которые здесь меня окружают. Занимаюсь я, кстати, продажей мобильной связи в Израиль. Так вот, сегодня очень знаменательный день. Компании исполняется 7 лет, с чем хочу ее и поздравить. Пожелать расти и не останавливаться, достигать новых высот и поставленных целей. Компана, еще раз с днем рождения. Вот, кстати, моя дорога. Дорога из дома на работу закончилась, и я уже поднимаюсь и захожу в офис. Посмотрим, что будет дальше. Так. Это я, Бойт, открывай. О, привет. Ты что, опять запоздал? Упс, я совсем забыл вам рассказать, что также у меня есть такой момент, что я могу опоздать на работу, например, как сегодня. Богдану не всегда это очень нравится. Да блин, ну сколько сейчас, 10:05, но я видос для компании записывал, ну, когда говорились, типа, ну, день рождения, все 7 лет. Дима, ты каждый день опаздываешь, какой видос? Точнее, ему это вообще не нравится. Посмотрим, что сейчас меня будет ждать. Да блин, ну не каждый день. Позавчера я встал из-за транспорта, вчера ровно в 10 пришел. Сейчас я видос для компании делал, ну типа... Дима, видос для компании — это не повод опаздывать на работу. Что мне с тобой делать? Ты правила знаешь? На вторую смену выйдешь. Я на вторую не могу, у меня типа, ну, мне на английский язык надо. Ну а кого это волнует? Ну а что делать? Ну я тогда не знаю, что делать. Ну опять симок возьмешь и свободен, не возьмешь — будешь сидеть до последнего. Да блин, ну это от меня как бы, ну, не зависит. Ну я же тебе повторяю, Дима, это никого не волнует. На работу нужно приходить вовремя. Окей. Так, оформить 5 сим-карт за день — это не самое большое наказание, которое я мог бы получить. Думаю, у меня получится это сделать. А что если я упрощу себе задачу и позвоню сразу нескольким людям? Так, сейчас посмотрим, что с этого получится. Так, да. Мязя ловим, но ты... А может, все-таки на карпы пойдем? Мязя. Все-таки посидим там чуть подальше. Пойдем, там вроде клевое место, ребята. Да, ну давайте на язе. Уже я не понимаю, ребята, ну что происходит вообще? Давайте, ну, сменим прикормку. Все-таки, ну, нужно все-таки, наверное, сменить, ребята, прикормочку. А может, все-таки наживочку поменяем? Ну что вообще происходит, может, ребята? Выкинем туда. Может, все-таки... А на... трупы выкинем? Звонят, рыбу тревожат. Я не понимаю, опять это реклама вообще. На, поговори с ними, Моша. Какая реклама? Ну хорошо, Равик поговорит. Шалом. Хай, добрый день. Здравствуйте, да. Меня зовут Валера. Да, это Валера Жмышенко звонит. Я поняла, даже мы их мобайлы. Да, по поводу мобильной связи. Да, что вы хотели? Скажите, вы клиент какой компании сейчас? Так хорошая у меня мобильная связь. У меня моя старая пожилая компания. Сколько у вас номеров, скажите? Сколько симочек оплачиваете сейчас? Не, у меня одна пожилая симочка. Не, одна такая маленькая пожилая симочка. А что у вас по интернету, скажите, нормально там, ну, не поджимает как бы количество ваших джигов? Не джим-джим? Нормально, хватает интернета, а чьи не хватает? Интернет, да я не знаю, куда я использую интернет, там в основном в заднем листе посидеть, там вот это вот фоточки полайкать, ну там подружкам написать,
Ну, такое в основном, не поджимает, нормально пока хватает. Да. Валера, а вы мне сейчас не с Украины звоните? Ой, а чего ж вы это взяли, что я вам с Украины звоню? Нету вам сдалося, не переймайте. Валера, прости. Конечно, все хорошо, да. Бабка старая, да. Старая бабка, антенна дрязла, я уже мало что понимаю. А, ну так вот, я ж вам звоню по поводу мобильной связи, вот, от нашей компании Жмых Мобайл. Предлагаем сейчас очень-очень хорошее, выгодное, тарифное предложение. 14 шекелей, 88 огород. Мобильная связь, на рыбалке тем более, ну что такое? Это хорошая компания, ну, посмотрите, молодой человек. Послушайте, предложение очень хорошее. 14 шекелей и 88 огород. Доставочка на шару. Что, бесплатная. Шекелей? Бесплатная доставочка. Ну, симочки, все доставим, шекелей, красиво сделаем. Да. Будете оплачивать классную связь от компании Жмых Мобайл. Значит, бросайте удочки, так, слушаем молодого человека. Вы же дороже платите сейчас, но поймите меня, вы платите сейчас дороже. И тем более к тому, сколько всему шекелей, тому, что я вам сказал, у вас будет шекелей? Ваш личный менеджер. Главное, это буду я. Да-да, это буду я, Валера. Валера, Вышенко. Моя симка чуть не выпала с мобильного. Так, все, смотрите, оформляем, да, 14 шекелей 88 рублей, оформляем? Да? Заказывай нам всем. Оформляем. Так, скажите, пожалуйста, сколько симок заказывать? Да, давайте одну симку пока оформим, давайте одну. Но мы сейчас с друзьями сидим тут на рыбалке, нас трое. Да, несколько пожилых линий. Да, все замечательно, молодой человек на рыбалке сидим. 100 гига мобильного интернета, ребята. Ну так это же очень таки много, да. Ну все тогда, заказ оформили, все, все в принципе, 14 шекелей 88 огород, да все в принципе. Так все, нам отправляют симкарту, 14 шекелей 88 огород. Давайте прямо на рыбалочку нам симкарту, спасибо вам пожалуйста. За заказ тогда. Ну, все, мы все, оформили да, заказ. Да. Привет хотим вам передать от трех лиц, спасибо я вам, молодой человек. Я Валера, в принципе. Ну все, да, давайте.